Вот, телепузик, иду я от вокзала, как вам говорю, вот оттуда. Смотрите, какая чистота в Контрове. Ну, такого раньше не было. Я не знаю, что это за здание. Здесь вроде какой-то раньше был пионер, сейчас не знаю. Ну, сейчас сами знаете, все поменялось. Все поменялось. Вон, видите, все чисто. Все чистенько. Вообще. Это окна, двери. Не знаю, раньше здесь магазины были, а теперь не знаю, что здесь. Чисто все, конечно. И это какой-то магазин, запчасти. Ну, чисто, конечно, около магазинов. И вон урны все чистые. Конечно, я в шоке. Чистый город.